Я вітаю всіх телеглядачів та прихильників спорту. Днями у спортивному комплексі Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова відбувся відкритий чемпіонат університету з бадмінтону серед ветеранів та любителів. Сюжетом про ці змагання ми розпочинаємо нашу програму. 65 спортсменів віком від 25 до 70 років з 11 регіонів України, включаючи Автономну Республіку Крим, а також з Китаю та Молдови, визначали найкращих. Як майстри спорту, так і бадмінтоністи-аматори на миколаївських кортах здобували лише позитивні емоції. В першу чергу, завдяки бездоганній організації турніру. Ну, мені турнір Николаївський завжди дуже подобався, тому що він завжди проходив дуже душевно. За те, що дозволяють нам тут всім разом зібратися, поіграти і просто здорово провести час. Ми завжди з великим задоволенням, з радістю приїжджаємо сюди, граємо, знаходимо нових друзів і масу позитивних емоцій. Турнір удався, я так вважаю. Дуже представительний. І люди віддаються повністю. Та аура, яка царить на ветеранських соревнованнях, вони забувають все. Забувають проблеми, забувають роботу. Царить дружеская атмосфера, потому что мы людей, которые играют сейчас на турнире, знаем уже не один десяток лет. Это уже как привычка, как наркотик даже в хорошем смысле. Люди приезжают, они не могут без общения. У нас очень сложились теплые отношения, мы дружим с 80-х годов. Незважаючи на домашню атмосферу турніру, спортивний принцип для кожного учасника був понад усе. І відомі музиканти, вчені, журналісти, депутати, економісти, лікарі, IT-менеджери, заслужені тренери, а також представники інших професій демонстрували свої найкращі ігрові якості. Кожна нова перемога наближала до п'єдесталу пошани. Найбільш болючим був програш у золотому двобої, але, на жаль, медаль найвищої якості у кожному розряді лише одна. А з поразок треба робити висновки, і тоді у майбутньому можливі зміни на краще. Первые места в одиночке, в паре в одной категории, второе место в паре в другой. Ну, успіху у мене поки що небагато. Виступаємо в свою силу, робимо на площадці все, що можемо. Я доволен выступлением. Конечно, есть неудовлетворенность в том плане, что ну, не очень мы сыграны с Владимиром Михайловичем Рябеньким. Вот. Но будем над этим работать. Я не проиграл пока ни одной партии, ну, потому что я действующий еще мастер спорта. Ну, и как бы мастер спорта он на всю жизнь. Разом с Александром Куниным золотые награды выбрали миколаївці Тетяна Фаріонова, Анастасия Савина, Богдан Смола, Андрій Кротов, Олександр Добровольський, Володимир Середа, Євген Яцунський, Андрій Коптів та автор цього сюжету. Сергій Разумяк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, шановні телеглядачі, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про бадмінтон. У нас в гостях старший тренер КДФ США фізкультурно-оздоровчого комплексу на Намиві, майстер спорту України Олександр Кунін, майстер спорту міжнародного класу Юлія Казарінова, а також депутат обласної ради, майстер спорту України Андрій Кротов. Вітаю вас. Андрій, Олександре, ви були учасниками цього престижного турніру. Що скажете про організацію, про результати цих змагань? Андрій. Да, спасибо, Сергій. Хочу сразу выразить большую благодарность ректору нашего университета Рыжкову Сергею Сергеевичу, заведующему кафедру Ясунскому Александру Сергеевичу. Вы знаете, хочу поделиться впечатлением об этом турнире. Сейчас, конечно, жизнь у нас немножко так, можно сказать, немножко тяжелая. И этот турнир для всех, для нас, для всех, кто участвовал в этом турнире, принес очень массу позитива. Молодежь, которая смотрела, дети, очень было много детей на площадке, смотрели за ветеранами. То есть люди играли, то есть вспоминали свою юность, свое детство. Большое, огромное спасибо организаторам, семье Володи и Оксаны Середы, которые организовали этот турнир. Как можно, я считаю, что должно быть как можно больше таких турниров. Молодежь смотрит на ветеранов, сам чувствуешь себя молодым пацаном, вспоминаешь, таким был, как Юля в этом возрасте. Огромное спасибо спорту. Еще хочу сказать, что я очень благодарен спорту, особенно бадминтону, который вырабатывает очень лидерские качества,
Физически получаешь очень хорошую нагрузку, когда тренируешься. Всем нам большое спасибо за этот турнир. Как можно больше турниров. Будем стараться продолжать ветеранское движение. Также отдельное спасибо нашему руководителю областной организации Сатовскому, который тоже... Спортивная организация. Спортивная организация областной. Андрей, взагалі, ви задоволені своїм виступом? Ну, були серйозні баталії, ми з вами грали в парі, вибороли золоту нагороду. Ми з вами грали в міксті один проти одного, і ви мені поступилися. Ну, трошечки вам не вистачило. Задоволені результатом своїм? Адже спортивний принцип також дуже важливий. Звісно, але ніколи не може бути задоволений, тому що завжди ставиш максимальну перед собою задачу. Но будем стараться как можно больше тренироваться, встречаться только на мирных наших площадках. Олександре, ви також брали участь в цьому турнірі. Ви були фаворитом заздалегідь, адже ви майстер спорту, чемпіон України серед молоді, таке інше. Щось побачили цікаве для себе в цьому турнірі? І як відчували себе як фаворит? Зуміли досягти те, чого бажали? Ну, как бы результат был заранее, как вы сказали, я не проиграл ни одной партии, потому что на сегодня ветеранский спорт только вступил, потому что ветераны играют 35 лет, а мне исполнилось только полгода назад 35, и в принципе еще полгода назад я играл на Кубке Украины среди взрослых в составе нашей Николаевской команды, поэтому особых у меня трудностей не было. Но что могу сказать, очень вырос уровень ветеранского бадминтона. Я, то есть сейчас вот такого как бы шапкозакидательства нет. Ты выйдешь и думаешь, что ты сыграешь быстро, уже быстро не получается. Уже надо прикладывать настоящие усилия, и попотел я очень сильно, чтобы добыть эти 3 золотые медали. Как сказал Андрей перед этим, хочу отметить еще, что судьями на этих соревнованиях были дети. Мои ученики, Юлии Романовны ученики, нашего старшего тренера Сергея Николаевича ученики. Косинчука. Да, и очень приятно, мы минутой молчания почтили его память на турнире. Александр Сергеевич Яцунский на параде сказал добрые слова, и как бы все ветераны и дети вспомнили о нем. И что могу сказать, что дети, смотря на это, в прошлой передаче еще, ну перед этим, которая была, я говорил, что я иногда привожу детей маленьких на тренировку, чтобы они просто посмотрели на ветеранов. Какой царит, какая атмосфера царит, какой накал, за каждое очко. Люди приходят, забывают все, после работы, все проблемы, говорю, бытовые, то есть политические, экономические, все забывается, когда они на площадке. И за каждое очко идет борьба, и когда это дети видят, то им очень потом просто объяснить на тренировке, как нужно, с каким задором, с каким настроением нужно тренироваться и играть в дальнейшем на соревнованиях. Поэтому я хочу еще отметить, что этот турнир не только был для ветеранов, любителей всех бадминтона, но и детский спорт в этом тоже получил как бы свою лепту. Відносно ветеранської теми, Андрій, я знаю, що ви також група однодумців ваших, збирається зробити чи організувати турнір на Чорноморському узбережжі Миколаївської області, точніше в Коблевому, в курортній зоні Коблево. І, звичайно, дуже цікаво, адже колись був турнір в Євпаторії, але, на жаль, Євпаторія вже не є, ну, вона є Україною, але, на жаль, поки що вона окупована сусідньою державою. Щось робиться для того, щоб у вересні зробити цей турнір біля моря, адже всі бажають, щоб цей турнір відбувся. Да, Сергій, є такі задумки з нашими однодумцями. Тобто, багато хлопців, хто приїжджали з інших городів, підтримали ту нашу ініціативу, тому що турнір Євпаторії проходив у маї і в сентябрі, був одним із найкращих турнірів бадмінтону не тільки в Україні, але й на всьому постсовєтському пространстві. Признавался, ну, да, так сложилась сейчас ситуация, что мы не имеем возможности ездить на соревнования в Крым, очень большая жаль. Поэтому мы решили провести, реанимировать, если можно так сказать, подхватить знамя, которое было в Евпатории, и проводить этот турнир в Коблево. Постараемся с теми нашими силами возобновить этот турнир, чтобы... И это будет уже чудово.
Думаю, аж всі, да. Всі не це чекають. Думаю, да. Юлія, ось нарешті я задам питання вам. Ви переписуєте історію миколаївського спорту. По-перше, ви перша в Миколаївській області майстер спорту міжнародного класу з бадмінтону. По-друге, ви стали учасницею перших європейських ігор. І навіть зупинились в кроці від нагороди. Тобто, я думаю, вам є що сказати нашим телеглядачам, нашим гостям, таке інше. Да, действительно, я стала учасницей первых европейских игр, которые проходили в Баку, в Азербайджане. Мы с моим партнером остановились, правда, в шаге от медали. Это могла быть как бронзовая медаль, так и серебряная, золотая. Я нагадаю, что Юля выступала в смешанном разряде, то есть в миксте с Натаровым, з Харкова. І вони пройшли декілька етапів, але на стадії 1-4 програли і, на жаль, зупинились в кроці від медалі. Да, ми програли за турнір дважды. Перше наше пораження було в груповому етапі. Ми програли датській парі. І друге наше пораження було вже непосредственно за вихід 4, за как минимум бронзовую медаль мы проиграли паре из Франции. В дальнейшем эти две пары сошлись в финале. То есть результат этого такого большого глобального турнира показал, что мы проиграли только первым и вторым номерам. То есть у нас это было, да, было поражение, но оно было достойно. Мы боролись, у нас был шанс. Мы проиграли в три партии, мы не просто сдались, мы не опустили наши руки, мы пытались взлетать, но, к сожалению, возможно, ну, где-то просто что-то пошло не так, и что-то подкосило нас. Юля, это была исторически для Украины медаль бадминтона. Взагалі, перша медаль бадмінтона на європейських іграх, адже це перші ігри були. Трошечки не вистачило, на жаль. Юля, але попереду, звичайно, Олімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро. 2016 рік. Ви є членом збірної команди України. Ви є нашою надією. Надією України, надією, звичайно, Миколаївської області. Які плани? Треба завоювати ліцензію. Що для цього ви будете робити? Да, действительно, для того, чтобы завоевать лицензию на Олимпийские игры в Рио, нужно пройти очень сложный путь, очень много этапов Кубка мира и Кубка Европы. Это буквально в месяце, ну, в каждом месяце этого года будет по 2-3 турнира, порой даже 4. С каждой недели будет проходить турнир. Это очень сложно. Мы сейчас вот готовимся на данном этапе. Лето является таким фундаментом для следующего сезона. Но мы будем стараться. Ставку робите саме на смешанную категорию? Да, да. Я для сборной, в составе сборной, я как игрок смешанной категории. Взагалі, ключове питання, як з фінансуванням? Адже треба на турніри їхати, це, мабуть, дуже серйозні кошти. На даний момент дуже складно, і останні кілька років ми в основному витягуємо за свій счет, за счет якоїсь спонсорської допомоги, тому що, ну, зараз дуже складне час для нашої країни. И мы это все понимаем, в бюджете очень мало денег, поэтому, ну, как-то мы вот стараемся на своих силах все сделать. Все-таки руки не стоит опускать, есть такой шанс. Мы такая сильная нация, мы не сдаемся, не падаем духом, поэтому стараемся все сделать, что зависит от нас. Александр, колись и вы, и Юля начинали в дитячем спорте, в дитячем бадминтоне, и стали известными гравцами. Ви чемпіон України серед молоді, Юля – член збірної України серед дорослих. Питання наступне. Як там наш миколаївський дитячо-юнацький спорт? Це на бадмінтон, звичайно. Ну, що я можу сказати? У нас процес непрерывний. И даже если, ну, бывает такая пауза всего лишь в две недели, ну, чтобы поехать до бабушек, до дедушек, детям в какой-то лагерь,
оздоровительный, хотя мы все время проводили сборы в Болгарии, в этом году, к сожалению, в Болгарии сбор не будет, но Светлана Юрьевна, Юлия Романовна, они работали и июнь месяц, и сейчас вот мы вышли в 20-х числах, завтра отправляемся на сборы в Одессу. Часть ребят сейчас находится на Хортице в составе харьковской делегации, у них получается там проходит учебный... Находится в Запорожье, да. Учебно-тренировочный сбор на базе ЗТР, это известная гандбольная команда. Там 6 кортов, и ребята тренируются. 1 августа еще часть ребят уезжает в Винницу на сбор. То есть процесс идет, почему, как Юля сказала, правильно. Лето – это фундамент. Это надо заложить фундамент на уже будущие соревнования. И, конечно, с сентября уже начинается первая лига, которая перешла в высшую, ну сейчас она так называется, в Одессе. Потом будет соревнование среди самых маленьких в Харькове, это уже 2004-2005 год, десятилетние дети разыграют медали чемпионата. И фавориты, конечно, мы, потому что этот возраст как бы у нас очень сильный. Оксана, на какой базе вы готовите будущих чемпионов и кто занимается подготовкой спортсменов? База у нас физкультурно-оздоровительный комплекс на Намыве, возглавляет его Владимир Васильевич Щитаренко. Тренерский состав – это Светлана Юрьевна Косинчук в первую очередь, Юлия Романовна, ну, ваш покорный слуга. Да. И получается, ведем более 100 детей, занимаются в секции сейчас. И сегодня, если посчитать, уже прошло полгода, и за полгода прошло из 12 6 чемпионатов. Ни разу Николаев ни с одного чемпионата не уехал без медалей. А золотые награды – это... Можно перечислять очень много ребят, я перечислял в прошлой передаче, но скажу, что более 20 чемпионов это только за эти полгода мы подготовили Украину. Олександр, ви рахували, скільки наших миколаївців, юнаків та дівчат є членами збірних команд різних вікових категорій і, звичайно, скільки дорослих спортсменів є членами збірних команд України? Конечно, это есть сайт федерации, куда можно зайти, сейчас все прозоро, как говорил наш президент, люби друзья, да, вы можете зайти и посмотреть на сайте федерации, это прежде всего Юлия Романовна, член сборной команды, я перечислю самых достойных, Виктория Гуща, Татьяна Потапенко, Руслан Сарсикенов, Анастасия Кучер, и за ним идет целая плеяда очень талантливых ребят, это Дмитрий Ковалев, Волкова Анастасия, Масайла Валерия, и можно еще перечислять, я как сказал, это более 20 человек. Сейчас у нас, мамочка. Да, по юношам, то есть это костяк сборных всегда, начиная с 17, 15, 13 лет, составляла наша команда. И в Турцию, которую команду возил Сергей Николаевич, это, считаю, на сегодняшний день самое высокое достижение вообще в Украине, когда при счете 2-2 с датчанами в Турции мы играли в финале. И мы остановились уже не на, как говорится, не на крок от медали, а мы остановились в одном шаге от золотой медали. И там решалось все, Юля была на этих соревнованиях, из 10 спортсменов сборной команды, которую, еще раз скажу, возил Сергей Николаевич, 5 человек представляли Николаевскую область, Юля в том числе. Серебряные медали пока самое высокое достижение. Бронзовые были также Татьяна Потапенко с Викторией Гущей потом, и сейчас... растет, и я верю, что вот эта плеяда ребят, Рожков Владимир и Дарья Пойда, они сейчас первые претенденты номер один команды Украины на поездку на юношеские соревнования, чемпионат Европы среди юношей У-15, который состоится в 2016 году в феврале в Казани. Юля, вы член сборной Украины, действующий член, готовитесь выбрать олимпийскую лицензию в Рио-де-Жанейро. Олександре, ви старший тренер збірної молодіжної чи юнацької України? Ви? Юніорської. Юніорської команди. Отже, тобто ви знаєте, хто потім прийде на заміну Юлії Казаріновій, іншим нашим спортсменам, які сьогодні гідно захищають честь і області України. Тобто, цікаво, є потенціал наших українських, не тільки миколаївських, українських хлопців та дівчат, які, можливо, стануть колись-небудь чемпіонами Європи, чемпіонами світу, і, можливо, також і завоюють олімпійські нагороди. Адже поки що цього не було. Ну, як не було? Ви все ж таки тренер національний. В тому році в Швейцарії
состоялся чемпионат Европы У-15, это 1999 год рождения. И Марина Ильинская из Харькова, тренер Михаил Борисович Стерин, остановилась также. Она выиграла серебро европейского чемпионата. И с Босняком Данилом они стали еще серебряными и в смешанной категории. Поэтому, если говорить, мы, конечно, желаем Юле, у нее сейчас самый рассвет, и вообще сборная у нас очень молодая, то есть, ну, 30 лет никого нет в сборной, 30 плюс, вот как бывает. То есть все ребята, это 20, самый рассвет спорта. Поэтому я думаю, что они должны еще показать. И Юля показать очень хороший, достойный результат. Тот же Дмитрий Завадский, сейчас очень хорошо выступает. Артем Почтарев стабильно, и у них где-то с Дмитрием равные шансы сегодня на попадание в то же Рио. Поэтому я думаю, что потенциал есть. Но по детям, как я уже сказал, то есть это Марина Ильинская, Данил Боснюк, тот же Владимир Рожков с Николаева, который сегодня является номер один не только в 2001 году, но и в 2000 году. Я думаю, у него есть все шансы побороться, не просто попасть в Казань, а побороться там за медали. Ну, треба также нагадати, що ваш вихованець Руслан Сарсукенов став учасником других Олімпійських юнацьких ігор, які відбулись в Нанкіні. І також був близьким до нагороди, але трошечки не вистачило йому однієї гри. Все ж таки цікаво. Андрій, ви депутат обласної ради. Бадмінтон дуже цікавий від спорту, і він, я кажу, демократичний від спорту. Зараз в Україні демократія. Не бажаєте ви залучити до бадмінтона своїх колег по областной, возможно, міській раді Миколаївській? Ну, вы знаете, мы всегда, депутатский корпус старается быть, ну, последние годы не проводили спартакиады все украинские. Многие мои коллеги-депутаты проводят очень много времени на спортивных площадках. Народный депутат Украины Тарас Кремінь тоже занимался бадминтоном. Так что депутатский корпус поддерживает хорошую физическую форму. Многие участвуют в каких-то футбольных турнирах, волейбольных турнирах. Так что мы... Можливо, треба нам зробити з вами разом якісь тренування депутатів, а потім зробити турнір серед депутатів по бадмінтону. Це буде дуже цікаво. Да, і ми всі візьмемо участь як організатори, будемо допомагати. У нас була така ідея. Така цікава, да, пропозиція. Очень хороша ідея. Ми обговорювали з нашим президентом федерації Швачко Віктором Михайловичем зробити це на всеукраїнському рівні, провести навіть депутатський турнір по бадмінтону. Ну, це в планах. Спасибо, Сергій, ми будемо приймемо к сведению, будемо воплощати це в жизнь. Знаєте, що ми завжди поруч. Конечно. І я, і Олександр, і Юля. Ми завжди поруч з вами, ми будемо вам допомагати. Ну, ми розпочинали наш ефір з ветеранського турніру, який відбувся у Миколаєві. А зараз такий приємний сюрприз для Олександра Куніна. Зараз ви побачите сюжет, ми побачимо разом сюжет про ветеранський турнір в Одесі, в якому Олександр дебютував як ветеран. Тобто, увага на екран. Миколаїв на одеських стартах представляла п'ятеро членів ветеранської секції Національного кораблебудівного університету України. Всі вони, в тому числі і дебютант подібних змагань, майстер спорту України Олександр Кунін, були претендентами на медалі. Талановитий наставник, який підготував учасника других юнацьких олімпійських ігор у китайському місті Нанкіні Руслана Сарсекенова, своїм виступом залишився задоволеним. Считаю, что как первый блин оказался не комом. Я сумел в группе из 6 человек, были 2 группы по 6 человек, обыграть всю группу, сыграть 5 игр и войти в финал, где в финале в упорной борьбе в первой партии вел 20-18 у мастера спорта моего возраста Репяха Евгения, тоже известного бадминтониста, вел 20... Нет, киевлянин он. Да, вел 20-18, ну, немножко не смог, как говорится, дожать, и в итоге я проиграл, занял второе место. Дві нагороди бронзового гатунку виборов Богдан Смола. Зі своєю постійною партнершою Тетяною Фаріоновою він став третім у змішаній категорії. З таким же точним результатом Богдан завершив виступ у парному розряді, в якому він грав разом з одеситом Олексієм Зубаревим. Ще одна парна чоловіча бронзова медаль в активі Юрія Ткаченка та Олександра Кухаренка. Взагалі рівень ветеранського бадмінтону, на думку Олександра Куніна, дуже пристойний.
Я на протяжении 5 лет наблюдаю за турнирами, которые проходят в Николаеве. То есть качество игры на протяжении этих 5 лет возросло у всех ветеранов без исключения. Почему? Потому что они едут на все же турниры, даже те же любители. Они, как я сказал ранее, очень добавили в скорости, в технике, в тактике. И очень интересно сейчас выступать на этих турнирах. Сергій Разумяк, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Шановні гості, ви бачили щойно останній турнір нашої програми. Я гадаю, що треба наостанок сказати щось нашим глядачам. І на цьому наша програма добігає завершення. Олександре. Спасибо. Ми всіх чекаємо в Миколаєві, в фізкультурно-оздоровительному комплексі на Намиві з 5 числа. Мы приезжаем со сбора, и начинаются тренировки двухразовые. Приходите и присоединяйтесь к нашему любимому виду спорта. Юлия. Спасибо за внимание. Постараемся оправдать надежды всех, кто в нас верит. И Андрей. Да, спасибо большое, Сергей, за приглашение на эту передачу. Приглашаем также всех, и ветеранов, и детей, заниматься спортом, потому что спорт – это жизнь. І бадмінтоном, в тому числі. І бадмінтоном, точно. Час нашого ефіру добіг завершення. Сьогодні ми говорили про бадмінтон. Дякую гостям, які сьогодні фахово коментували змагання, коментували саморозвиток бадмінтону. Дякую всім вам, шановні глядачі, за те, що ви були разом з нами. Болівайте за миколаївських, за українських спортсменів, болівайте за Україну. І до нових зустрічей у спортивному ефірі телеканалу «Миколаїв».